Субханаллах. Прислушайся к звукам океана. Прислушайся к звукам бушующих волн. Посмотри вокруг. Посмотри на творение Аллаха. Посмотри на миллиарды песчинок, на которых ты сидишь. Посмотри на деревья, которые тебя окружают. Все его творения. Земля, океан, деревья, животные, люди, джинны, пророки, ангелы, Джибриль, Исрафиль. Все умрет, кроме одного Аллаха. Все умрет, кроме Всевышнего Аллаха. Ничто не двигается, ничто не стоит, ничто не ломается без его воли. Его творение идеальны, его пророк идеален, его религия идеальна, его милость идеальна. Но мои братья и его наказание идеально. В день суда, когда все люди, от Адама до последнего человека, будут стоять перед Аллахом, и все джинны будут также стоять перед Аллахом, в день, который будет длиться 50 тысяч лет, солнце будет в миле от твоей головы, и ты будешь тонуть в собственном поту. Аллах Азза ва Джаль призовет, Он повелит привести адский огонь. Представьте эту картину. 70 тысяч цепей. Каждую цепь держит 70 тысяч ангелов. Это 4,9, почти 5 миллиардов ангелов. Эти ангелы будут волочить адский огонь. Они будут его тащить к людям, так как им будет велено это сделать. И мы все будем за этим наблюдать. Мы все будем смотреть, как его волокут. Когда огонь Джаханнама впервые увидит неверующих и грешников, он взревет от ярости. Это будет такой страшный рев, что 5 миллиардов ангелов отпустят цепи. Это будет его первая встреча с неверными и грешниками. Аллах говорит в Коране, что все, люди, джинны, ангелы, когда взревет адский огонь, все упадут на колени. Это еще не самое страшное. Аллах Азза ва Джаль обещает аду, что он будет заполнен. Я наполню тебя. Аллах спросит его, ты заполнился? Еще осталось место? Джаханнам ответит, бросай еще. Есть еще. Для этого я был сотворен. Бросай еще. Аллах идеален во всем, что он делает. Он идеален в творении. Он идеален в милости. И он идеален в наказании. О те, которые уверовали, оберегайте себя и свои семьи от огня, растопкой для которого будет человек и камни. Не откладывай, время пришло.